это происходит в нашем блоге «Окравка». Сегодня я буду вам показывать, каким образом я планирую сделать оригинальную коробку, которая будет в то же время и фоторамкой. Почему она будет оригинальной? Потому что я хочу сделать с этой стороны место для фотографий, с этой стороны место для фотографий и приклеить дно. Соответственно, чтобы это можно было использовать вот таким вот образом, как коробку, декорированной крышкой, так и вот просто вот так вот вставить, чтобы она стояла и была как фоторамка.